называть ник Милы Кунис непристойно, не на стриме, на главной, 100%. Да, с вами Фанат Рок, Electronic Games Television, добавляемся в группу ВКонтакте, подписываемся на Twitch, добавляемся в группу в Стиме. Ну, в общем-то, и все, да, SK2 TV, приветствую, пека всем, всем пека! Задекоили просто по полной программе, бедных контров, и пошли кабанчики, первый кабанчик отлетает, и это Женя! Карта D Inferno, ее немного изменили, теперь она попроще для террористов стала, в частности, на банане. Команда Кевинза начинает у нас за КТ, и посмотрим, как у нас будут... Отпиши ему. Хорошо, спасибо, Даниэль. Обязательно с ним свяжусь, договорюсь о стриме, чтобы я был официальным стримером ГЛХФ 28 числа, который пройдет у них лан. Ну что у нас? Конечно же, два... Это Кевинс и Джой на банане. Но тут делают фастовый выход на ковры. На плюс, видимо, пойдут все вместе с бомбой, пятером террористы. И тут выход первый. Буча делает минус. Слепой абсолютно. Выход на плюс. Отлично. Бомба. Тут с флешкой стоял Шейкер. Господи. Убивают Женю, который не успел уйти. Кевинс его зажимают просто с двух сторон уже. 3 в 2 ситуация. Террористы поставили бомбу. Все плохо для контров. Нет у них диффуза. Есть две флешки Грена. Не поможет они им. Не помогут совершенно. Потому что нет диффуза, если сейчас на бомбу сыграть террористом. Тем более 2 в 1 остались. Зачем Сауруру вышел? Но все-таки убивает Джои. Первый раунд за командой Вейлендера. Отлично. Отлично, Джою, Буча, Кевинс, конечно, попытались что-то сделать, но ничего у них не получилось. Потому что Уруру сделал свои два минуса, сказал, что нет, пацаны, нет, я хочу затащить этот раунд, я буду тащить этот раунд. Решили также сыграть контры, ничего не стали придумывать. И на этот раз банан, фастовый выход на банан, пошли флешки. Ой, Кевинс тут с хорошим оружием сейчас может сделать минус один, минус два, минус нет, не получилось, минус два сделал Кевинс, 600, нет, подождите, 1200 голды получает за убийство двоих, можно сказать, полностью окупает свое оружие, да, и 3 в 3 ситуация, у нас P250 у всех, P2000, прошу прощения, тоже неплохое оружие достаточно, Буча делает с него минус, берет Петухана, Спикси, не надо меня жалеть. Мне нравится. И Женя. Ой-ой-ой-ой. Пики остается один. И сейчас бы на мало хп его зажимают. С двух сторон патроны кончились у Бучи. Это 2-0. Отлично. Отлично. Замечательно просто. Отыгрывает сейчас Твики. Немного не хватило контрам. Очень. Ну, почти. Ладно, последний слив от команды Кевинза. Они играют за КТ, повторюсь. Плей-офф, 1-4, 4 команды вышло из групп, по 2 команды, собственно, 8 команд в общем было. И тут пошло уже Вайландер делать опенфраг, лезет зачем-то Джой, мог отойти подальше, и Уруру сейчас будет зажимать Шейкера, бедняжку, который, да, чекают, но Шейкер, у Шейкера все плохо со слухом, видимо, над ним стоят и просто орут, давай, тащи, прокаст! Ну нет, прокаст-то у Шейкера, потому что у него такой ник, что я могу сделать с этим? Ничего не могу сделать, абсолютно. 3-0, и закуп, вижу у Кевинза АВП, это единственное АВП, я думаю, которое будет, Кевинз достаточно неплох с ним. Просто, можно сказать, бог АВП, но я бы сказал, что это богиня любви по сравнению с Вайлендером, Аресом, богом войны, или Зевсом, богом молнии и вообще всех остальных богов. Потому что сейчас что-то будет невообразимое. Но у Вайлендера на этот раз калаш, и это выход на минус постовый. Очень хорошо играют команда Вайлендера. Очень слаженно, все вместе делают, убивают массой. И тут, ой-ой, Вайлендер, просто что творит парень, что творит парень? Женя его, конечно, остановил, но 4 мейта его навряд ли смогут остановить. Посмотрите, Женя как микрит-то еще один минус сделал, и бомба ставится. Бомбу не успел сбить, увы, и Кевинс ВП будет, скорее всего, его сейвить. Да, именно так он на А, в церкви, на катушках, нет, на план Бэш. Остановись ты, Кевин, да, будет чекать рез, потому что сейчас уже подсадки такой нет, которая раньше была в КСС, можно было подсадиться, да, или же в стекла стрелять в КС 1.6, или как на Inferno Pro в КСС тоже там стекла можно было бы простреливать. Но в КС 1.6 на самом деле все, вообще все простреливается. Кто с кем играет? Команда Вайлендера против команды Кевинза. Вот такие вот миксочки, можно сказать.
И 4-0. Уверенно себе ведут Вайлендер и его команда. Ну нет, названия не стали называться как-то. Только Райская Тима и Фристайл. Есть две команды, остальные все по названиям Вайлендер, Тим, Кевинс Тим и так далее и тому подобное. Ой, сбивается сразу же Шейкер, у которого нет прокаста, и он ему даже не понадобился бы. Тут на банан сразу выходят террористы, господи, как все сложено, слажено. И все, это уничтожение, тотальное уничтожение контров, потому что ничего не могут сделать с такими выходами. Надо грены и флешки откидывать по КД просто. И Кевинс своим именным АВП пытается здесь что-то отстрелить. Но нет, не видит из-за зума, что рядом с ним Мила Кунис. А накрашенная Мила Кунис красиво достаточно. Так что не надо. Побольше Бучи и Уруру. Кстати, Бучи, да, частенько тоже заходит на мой стрим. А теперь я его стримлю, ну. О времена, он равы. Хорошая флажка от Жени. В никуда просто идет, скорее всего, в нижний ковры. Сейчас будет мид чекать. Да, забирать, конечно, хотя бы парочку девайсиков, или, возможно, отжать для себя что-то получше, нежели по массу. Тут его зажимает Вики, надо было идти дальше на мид, чекать, или в ковры, я не знаю, что-то предпринимать, но не в такой бы открытой позиции стоять. Что у нас по закупу вообще? Террористов все замечательно, даже если они сейчас проиграют два раунда подряд, у них все равно будет закуп, потому что у них, у Милы Кунис, как всегда, больше всех денег, ну, понятное дело, актрис зашибает там просто великолепно за свои блокбастеры, но опять же, идут медленно, но верно. Вики, Вайлендер, Уруру, Мила Кунис, Вейха, все подходят на банан. Сейчас будет выход, флешка не помогла совершенно. Жмет в никуда Твики, и сейчас будет, конечно, минус Джоя. Да, опенфраг от Вики, и зашли, запланили всю планету. Кевинс тут, ой-ой-ой, с каким великолепным оружием, которое я обожал просто. В 1.6 это было великолепное оружие, сейчас же оно уже не торт на самом деле, но все равно можно как-то... Как-то сделать так, чтобы можно было уничтожать это оружие. На самом деле, с любого оружия можно уничтожать, кроме дигла. С дигла только один патрон в голову. Все остальное, если ты один раз промахнулся, там уже рандом мой дом. И никак больше. Ну что, Уруру находит свою жертву. Опять же, Шейкер без прокаста вообще ничто. И он уже шестой раз подряд умирает. Даже Шейкер даже не саппорт, у него ноль. Ноль ассистов, ноль убийств. Тотальный разгром. Кевин что-то пытается сделать. Буча с Женей тоже кое-как, где-то как, но не получается. Не получается у них довести дело до конца, и уже тем временем 6-0. Точно не знаю, это будет бо 1 или бо 3. Отличные флешки в своих. Тут размен, конечно, на руку террористам все равно. И, ну, Шейкер, ну, хоть один, ну, что ты творишь, я не знаю, ну, все-таки я минус первый, свой первый минус, точнее, сделал. И тут ему, конечно, Мила Кунис нашла. Ладно, это парень все-таки, я не буду так злобно. Кевинс, ну, кстати, можешь сейчас затащить спокойно, если его не поймают. Кто-то считает, что поймают, его не поймают. Джой, 32 хп, не желез, парень, потому что у него нет диффуза, нет брони, нет девайса, какой-то пистолетик и даже... Даже шанса на победу в этом раунде не было. Опять же, Кевинс берет АВП, вижу две М-ки, Фамас, два Фамаса. Или Фамаса, я не знаю, как точно ударение. Я думаю, как кому нравится, все-таки мы русские люди. Чем больше народу говорит, что кофе это мужской род, тем лучше же, правильно? Правильно, бей своих, чтоб чужие боялись. Вайлендер прилетела грена от своих на 4 хп. А я, кстати, сегодня никогда еще, сегодня не говорил про дамаг с грен. Великолепный дамаг с грена, потому что сносит грены либо 90 хп, либо от 1 до 10. Все. Нормального дамага нет. Ну тут сейчас Кевинс будет решать со своим ВП, его зафлешили, но флешки не помеха абсолютно. Второй минус не смог сделать то, что промахнулся. Его сбривает Вейха, отлично. С хп пришел Джой. Это размены 2 в 2 и 3 в 3 остается. Террористы тут... С ножом. Почему с ножом парень бегает? Когда бомба поставлена, он уже на пленте. Женя что-то делает до сих пор на А. Непонятно, что он там... Слово почет абсолютно. И 113 человек, все молчат в чатике. Ну вот, наконец, Шейкер, Твидер. Репорт его, репорт. Кстати, да, репортит, кстати...
Кстати, можно давать. Нет, на главное эта шутка не пройдет. Нет. Админам не понравится. Ну что, вот, Мила Куни ставит точку в этом раунде. И уже 8-0, тотальный разгром на КТ-мапе. 8-0 точно уже берет Вайлендер и его команда первую половину. Точно они ее выигрывают. То есть 8-7 это максимум, что может быть. Минимум, что может быть 15-0. И это уже будет действительно разгром. Это плей-офф, дамы и господа. Плей-офф. С горе пополам. Команда Вайлендер и Кевинс, кстати, вышли из одной группы. Сколько я понимаю. А, нет, Кевинс-то из второй группы, а команда Вайлендера из первой. Причем и в первой, и во второй группе были ничьим. Тут смотрите, Кевинс просто нарезает с Джоем. Хорошо, наконец-то заняли позиции. И 3-3 ситуация. Женечка. И тут, Вейха уже обошел сзади. Непонятно, как его пропустили. Нет контроля мапы, увы. Не было школы жизни. Ну тут было грех не убить Джою. И первый раунд. Должен быть этот переломный момент. Если же нет, тогда все печально. Все печально, дамы и господа. Все слишком печально. Но надеюсь на хороший исход этой партии. Все равно 16-12 как минимум должно быть. Иначе я не я и стрим-то не мой. Ну, смотрите, Шейки наконец-то хоть что-то правильное сделал, прооркадил и сделал минус Вайлендера, который, кстати говоря, не самый МВПшный игрок. Но они так ровненько все одинаково играют, потому что все вместе выходят. Уруру сбривает Кевинза, который в наглую уже пошел в яму. Хотя 30 секунд прошло всего лишь с начала раунда, а он уже в такой наглёж пошел. Ну, понимаешь, что контры, что надо что-то менять, потому что их рашат всей массой, надо немного подаркадить постоянно, смотреть, что можно сделать вообще. Ой, хорошую кабину дал Женя, и тут выход на Б тем временем. Нет никого больше на Б, кроме Джоя, потому что Кевинс ушел, его сбрили в спину, и бомба ставится, и опять же, все плохо для контров, все плачевно. Какой приз, а? Денежка. Ну все, пошло, наконец-то. Хоть какие-то сообщения, идиллия испорчена, как говорилось. Я бы хотел посмотреть Непо против этих КТ, ну, карнавалов. Да, 9-1, однако, 9-1. Не, ну против Непов я не знаю даже. Навряд ли такое получится, во-первых. Ну, Вайлендер играет с про-игроками из Virtus.of, Na'Vi, Dat, The Nation. Частенько с ними миксует, поэтому видно, что парень достаточно профессионально, на профессиональном хорошем уровне высоком играет. Причем я ставлю тоже на команду Бастарда. Именно они в прошлый раз заняли первое место на лане. Кстати, опять же, слив какой-то непонятный у контров, потому что есть закуп у Жени, который только что слили. И Кевинс, как всегда, со своим любимым оружием, фанганом, которого сейчас, конечно, сбреют. 39 хп, но он не жилец. Но он, конечно, отбил один девайс и 600 голды получил, но навряд ли что-то сможет сделать сейчас. Тем более, со всех сторон просто помогают Твики, Уруру. Выход жал вообще в стену. И 10-1. Неинтересная игра. Нет, динамичная, конечно. Твики, но он был в нонейме, да, играл за нонейм, играл за Тим Ураган, много каких командах играл. На самом деле, все принимали его, понимали, что он играет на себя, а не на команду, и вкидали, или он сам уходил. Не знаю, я не понимал свою команду. Не тот уровень, который нужен был мне, чтобы пробиться в CSGO, в CSS, занимать хорошие места. Ну что, у нас тем временем 3 в 2... Сейчас уже намного лучше для контров все складывается, потому что их трое против двоих. Тем более, что Джойс, P250. Неплохо убивает Милу Кунис, и один Вейха остается, и 14 хп, бомба ставится. Господи, не дай бог, сейчас опять проиграют этот раунд. Идет Вейха, и сейчас нет, все, хорош, второй раунд, наконец-то. Берется, конечно, рано хоронить команду Кевинза. Могут они за террористов также показать очень неплохой скилл, очень неплохие раскидки, очень неплохой тимплей.
Что за лановцы? Ну. Грейды у террористов 3-3 вообще-то, если ты не заметил. Ну, смотри по экономике. Они деньги не успевают тратить. Закуп сделали обе команды, естественно, террористы. 10 раундов, можно сказать, подряд. Невзирая на то, что там по 2 раунда каких-то отдали. Но это... Шейкер, опять же, без прокаста ничего не может сделать абсолютно. Ну, дал он фиссуру, ну и что? Ну, как бы, опять же, давится. Расслабились террористы, решили, что давайте-ка отдадим пару раундов, будем от минуса играть. И отдали 2 раунда, и, как мы можем заметить, опять начали по полной программе. Массой давить в одну точку, и это помогает. Ну что у нас, 2 раунда до конца первой половины. Тем временем. И что у нас делают террористы? Что, удивят нас или же продолжат свою великолепную тактику? Да, продолжают спокойно вообще. Без каких-либо заморочек сразу же сбривается Кевинс, который в атаку пошел. Понимает, видимо, контры, что это уже ГГВП. Но смотрите, Джой делает минус 2, и сейчас бы еще третий дать. Но нет, жалко, но очень хорошо набрил. Вейха и Уруру, сейчас бы Бучи в Жене и Шейкеру хороший девайс, но видел я у Жени М-ку, да, и возможно он-то и затащит, потому что он сделал полный закуп, у него есть, ой-ой, дробаш у Шейкера, это опасно, не спорю. Вот смотрите, как хорошо занимает позицию Твики и делает минус 2, в итоге Уруру помогает ему, 12-2, ну как так, ну Джой так хорошо отыграл, Кевинс зря слился, конечно, но отвлек террористов от угрозы основной, от Джоя. И последний раунд первой половины на карте The Inferno. С вами Фанат Рока, это Electronic Games Television, наш маленький проект, пока что маленький, развивается помаленьку. Ну что, Вайландеру сразу оставили 9. Ой-ой-ой, Кевинс, видимо, завис Мила Кунис, или его отвлекли, я не знаю. Отобрали стул, забрали себе. Не знаю, что могло приключиться на лане. На лане может все что угодно приключиться, на самом деле. Новых карт вводят сейчас Сизон и Тускан. А почему на барона не идут? Так бы забрали сейчас и барона, и дракона, и Рошана, и вообще был бы великолепный закуп. А 6-5 бы играли, еще плюс у них было бы по 150 хп, но это и дамаг с пистолета 150, я не знаю. С одного выстрела в пятку, в мизинец левой ноги. Ну вот что-то как-то не прет команде Кевинза на карте The Inferno. Есть грейды, но где дропы и забеги на нычку? Ох, не знаю. Ну что у нас, первая пистолетка второй половины. На этот раз уже Кевинс и его команда будут атаковать по полной программе. Да, good luck, пишут Вейха, понятное дело, good health. Ехидно, я думаю, просто с улыбкой на лице. Вейха говорит, пишет точнее. Шейкер 6-й игрок теров. Что? Ну что у нас, первый минус пошел Кевинза, и тут выход на плент А, но тут без вариантов вообще абсолютно, да, в одни ворота игра, как мы можем заметить. И Шейкер может сейчас показать себя во всей красе, делать, кстати, минус 2, 26 хп, правда, он не желез, причем спиной убегает от угрозы, и господи. О нет, 13-3, это сейчас 2 слива, скорее всего, будет. Возможно, ой, Кевинс, я не знаю, он постоянно, он дробовик, все время дробовики, новую на этот раз взял, похоже, да, как я понимаю. Самый дешевый дробовик, но не менее эффективный, скажу я вам, не менее эффективный. Имба нерфить, точнее. Ну что, Вейха решил подаркадить, поплатился бы он жизнью, если бы хоть какая-то реакция пошла от
террористов. Ну то смотрите, как Вейлендер просто 1800 уже заработал. У него 3... Так, стоп, Вейлендер, где? 2750. Во втором раунде уже. То есть это достаточно хороший затар. Кевинс под шумок так тихо, медленно, наверное, ставит бомбу. И уже один в один ситуация. Как мы можем заметить, сейчас... Ай-яй-яй-яй. На бомбу играть. Все правильно делает ты. Ну, да, Кевинс. Кевинс тащит для своей команды этот раунд. И уже, возможно, это будет переломный момент, который даст течь в защите Вайлендера и его команды. Все, Кевинс, АВП есть, значит, можно отстреливать, можно играть от минуса, можно куда-то потом выходить, где будет брешь, где будет течь, вот та самая течь, которую надо пробить Кевинсу в данный момент, реализовывать АВП, иначе это будет ГГВП. На самом деле, сейчас очень легкий раунд будет у них, потому что пистолетка, повторяется, у контров. Ну, тут смотрите, ну, Твики, ну что, ну кто, ну, Шейкер, господи. Хорошая флешка на минус, но не последовало никакого выхода, просто на чек. На чек, чтобы рядом никого не стояло, но не помогает Буччи, это абсолютно. Кевинс реализует АВП, бежит на Б с бомбой, просто на Б, все правильно, да, на Б с бомбой и будет ставиться спокойно, защищать с АВП. Хороший скилл показывает с этого оружия великолепного, и на первом лане он очень меня порадовал. Ну видел же, видел, он куда-то отвернулся, друг. Ой-ой, сейчас... Да, Женя с Джоем вовремя подходит и не ожидал Уруру, что в той же позиции будет еще один террорист. Моя любимая страта — это когда поставишь бомбу и вас двое. И вы садитесь в одну нычку, один сливается, второй играет уже на бомбу, потому что второго в той же нычке не будут ожидать. Это очень большая редкость, когда действительно чекают еще раз там же, где только что убили. Это глупо. Глупо занимать вдвоем одну позицию. Именно на это я и постоянно надеюсь, когда учу каких-то мейтов играть или еще что-то. То есть такие интересные моменты существуют все равно. Можно много каких хороших страт придумать, да. Это на самом деле CSGO — это больше не стрельба, а психология. То есть ты, когда идет диффуз, ты будешь рассчитывать, что... А не фейк ли это? А вдруг фейк? А может, не надо вылазить? А ты вылазишь, и он отдефит там. То есть это все равно, как бы. Раньше не было такого мейнстрима, что все дефят бомбу под фейк. Вот, потом, когда это стало уже мейнстримом под фейк дефить, все перестали вообще фейковать. Потом это стало опять мейнстримом. Догадываться начали, и опять стало мейнстримом уже другое. То есть постоянно как-то что все меняется. Вейлендер тем временем уже проходит по Манану и начинает нарезать Буччи. До этого он сделал минус Кевинза, ключевого игрока, который нес лучики добра, который давал минусы с АВП, давал брешь в защите. И тут, конечно же, Шейкер навряд ли что-то сделал. Хотя пока... Да, человек занят Джоем, надо было убивать. Все правильно сделал Джой. Сейчас еще Грена. Нет, Вайлендер точно не взорвет. Через стену, увы, Вайлендер попадает. 25 секунд остается. Убивает Твики, бедного Шейкера. Но не везет Шейкеру сегодня, не везет. Может быть, это просто не его карта, может, у него лагает... компьютер, там на самом деле не очень хороший компьютер в одном зале, во втором зале там VIP, да, там очень хороший FPS действительно должен быть, по крайней мере. И что у нас делают террористы? 5-14, они проигрывают. Два раунда все-таки смогли взять. 2-2 счет во второй половине, насколько я понимаю, да, все правильно я понимаю. И это банан. Банан на полусливе, потому что у Джоя есть калаш, у Кевинза есть дробовик. Слетели сразу с катушек двое. И выхо. Ой-ой-ой. Не, ну тут тотальный разгром, конечно. Кевинза, его команда. Я думаю, Кевинз даже уже фанится по большей части, потому что дробовик в каждом раунде. У него нет нормального дефендера хотя бы. Взять хотя бы дефендер, и то было бы хорошо. Пинг 17 на лане. Да. У всех одинаковый пинг почти. А что не так? Нет, ну они как бы сидят все на лане, но сервера-то онлайн. Они не локальные.
И это хорошо, если бы были локальные, то тогда бы я не мог стримить этот турнир, этот лан питерский. Так, господи, почему я постоянно... Кажется мне, что я Д произношу, но я на самом деле Т произношу, но у меня что-то... Я слышу Д. И так обидно, что я просто... Ну, стыдно, стыдно. Но тем временем, кстати, спецназ забирает последний раунд без каких-либо усилий. Уруру там немного подбили, да, колено, стрелу и тому подобное. И заканчивается 1-4 со счетом 16-5. Я, конечно, не хороню Женю, но шансы на то, что он все-таки что-то сделает, 1 на триллион. 1 на миллиард. Нет шансов. Когда ты труп, то у тебя нет.